Электротрицикл, трайк. Это Вольтрек.ру. Всегда в наличии самый большой выбор электротранспорта. Ближний, дальний. Нам банки дойдут. Ближний, дальний? А выключить тоже можешь, да? Габариты. Слушай, давай, включи. А, габариты не вижу. А, габариты так. А вот этот самый, поворотники. Ты же включал. Класс. А, еще и задний, подожди, ну-ка. Ну, включи вот этот. Ага. То есть и сзади, и спереди. Круто. Слушай, ну он шустрый такой и тихий, это кстати. На полном привычке, хорошо, быстрее. Тихий, как ниндзя. Вот, она пошла здесь. Здесь до конца. Потом на полном приводе? Ну, я так понимаю, 1, 2, 3 или это скорости? Надо почитать будет потом. А, нет, это скорость, это не привод. Мощность, да? То есть это трайк, да? Получается. Ну-ка, подожди-ка, тормоза, ну, нажми-ка, стопори. Ага, нажимай. Ага. Понажимай еще так, понажимай. Ага, все, супер. Кто хочет научиться ездить, парковаться. Да? То есть удобная вещь? Ну-ка, покажи амортизатор передний, очень серьезный. Круто, слушай, вообще класс. Да, поворотники вроде, а там на том вообще полно. А, да, кстати, есть какой-то желтый. Да. Смотри, 60 вольт, 20 ампер часов, это просто зарядник, да? Да, это батарейка. У него батарейка такая, 60 вольт, 20 ампер часов. Понял. И все. Ну, это мы разберемся. Предохранитель, все дела. Да. Ну вот, прокатись. Кто катался на старом, тот поймет, как на новой версии. Да? Мы сейчас вдвоем. Ого.
Я понял, почему он. Когда поворачиваешь и резко газ сдаешь, ему веса не хватает ни передним колесом, поэтому приподнимает его, у тебя прет вперед. В нем киловатт. Понял. Стопудово киловатт.